Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусный салат из огурцов. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! 1 килограмм огурцов любого размера заливаем холодной водой и даем постоять 3-4 часа. Затем срезаем у огурцов хвостики и делим их на дольки. Крупные огурцы сначала режем пополам, а потом на 4-6 частей. Небольшие огурчики разрезаем на четвертинки. Дальше рубим ножом 30 граммов свежей петрушки. Также нам понадобится 20 граммов измельченного чеснока. Теперь помещаем все подготовленные ингредиенты в глубокую миску. Добавляем 20 граммов соли, 50 граммов сахара, 3 грамма черного молотого перца, 50 миллилитров 9% уксуса, столько же подсолнечного масла без запаха. Хорошо перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на 4 часа. Периодически содержимое миски мешаем. По истечении времени раскладываем салат по чистым пол-литровым банкам. Можно его просто насыпать и уплотнить, а можно красиво выложить рядочками. Из указанного количества продуктов получается 2 пол-литровые баночки. Дальше заливаем огурцы выделившимся соком. Чтобы жидкость дошла до самого дна, прокалываем салат в нескольких местах деревянной шпажкой. Наполненные банки ставим в застеленную полотенцем кастрюлю, прикрываем их крышками, заливаем по плечики водой комнатной температуры и отправляем на умеренный огонь. Кастрюлю можно закрыть крышкой. Когда вода в кастрюле закипит, засекаем время и стерилизуем огурчики ровно 5 минут. Затем банки закатываем, переворачиваем вверх дном и оставляем в таком состоянии до полного остывания. Вот и все. Очень вкусный салат на зиму из огурцов готов. Хранить его можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.